Когда я был маленький, я спрашивал у взрослых, почему люди не могут жить в мире, почему люди ругаются. И мне отвечали, вырастешь, поймешь. Так вот, я вырос, и я не понимаю, почему люди не могут жить в мире. Это касается всего, вот абсолютно многих сфер. Знакомые, страны, родственники. Вот почему нельзя просто мирно жить? Вот зачем все это? Может мне кто-нибудь объяснить? Я вроде как вырос, я до сих пор не понимаю. Хочется просто спокойно жить, хочется мирно жить, и чтобы никто не трогал твой мозг и вообще все остальное. Ну, я думаю, вы понимаете, я довольно-таки ограничен в словах, когда выкладываю ролики. Что мешает просто тихо, мирно жить, наслаждаться этой жизнью и любить эту жизнь, и все. Как бы мир такой прекрасный, мир такой удивительный, интересный, есть столько всего необычного. Нет же, вот я не понимаю. Это может я такой странный, который хочет просто тихо, мирно жить и все. У меня не такие уж и большие требования от этой жизни. Я хочу мирную, спокойную жизнь. Вот во всех сферах. Чтобы никто мозг не выносил. Вот. Но это вообще всех сфер касается. Я думаю, вы поняли, о чем я. Мне говорили, вырастешь, поймешь. Вырос, не понимаю.